Здравствуйте, дорогие друзья! С вами автор канала «По Европе на авто». Сегодня вы познакомитесь с болгарским городом Ахтопол, который находится в общине Царево Бургасской области Болгарии. Это фрагменты путешествия на арендованном автомобиле летом 2017 года. Мы проезжали город, когда направлялись на самый южный пляж Болгарии Силистар, возвращались с него и так в разные дни. Почему я объединил все фрагменты в одном видео? Потому что город интересен в разное время суток и в разных направлениях. О пляже Силистар, который, на мой взгляд, является наилучшим пляжем Болгарии, я расскажу позднее в отдельном видео. Ахтопол, город в Болгарии, расположен на побережье Черного моря, находится в Бургасской области, входит в общину Царево. Население составляет 1425 человек. Ахтопол – самый южный болгарский город на Черноморском побережье. Основан греками из Аполлонии, ныне город Созопол, находившийся в 58 километрах севернее. В византийскую эпоху назывался Агатополис. Один из немногих городов, остававшихся в руках последнего императора Византии Константина Палеолога, перешел к туркам перед осадой и падением Константинополя в 1453 году. Его современное имя восходит к греческому Актополи – прибрежный город. Город расположен на скалистом полуострове на берегу моря у подножия горы Странджа, в 14 километрах к югу от города Царево и в 5 километрах к северу от устья реки Велика. Является частью природного парка Странджа. Ахтопол существовал с эпохи неолита. Известно, что в Железном веке район населяли фракийские племена. Вероятно, Ахтопол основан около 430 года до нашей эры греческими колонистами из Афин, что связано с действиями Перикла в прибрежных районах. Город стал центром торговли, начали чеканиться монеты. После варварских вторжений с 5-7 веков город восстановлен византийским военачальником Агатоном, который назвал город Агатополис. Согласно другим источникам, он назван таким образом уже в 323 году. В средние века Агатопол несколько раз включен в территорию Болгарии. Средневековые источники упоминают Ахтопол как живой торговый порт, куда прибывало множество византийских, итальянских и других кораблей. После вторжения османских войск в конце XIV века город назван Ахтенболу. В 1898 году Ахтопол состоял из 410 домов, из которых 300 греческих и 110 болгарских. В XIX веке являлся процветающим центром рыболовства и внешней торговли. Многие местные жители владели собственными кораблями и продавали товары всему населению Черного моря и Средиземного моря. Было также хорошо развито возделывание виноградников. Во время войны на Балканах в 1912 году два человека из Ахтопола подались в волонтеры в Македонско-Адрианопольское ополчение. После Балканских войн 1912-1913 годов город относится к Болгарии. Его греческое население вытесняется, на их место поселяют болгарские беженцы из Восточной Фракии. В 1918 году Ахтопол почти полностью уничтожен огнем, включая старый Успенский собор. После пожара современный город построен заново. В 1926 году насчитывал 1095 жителей. В ходе русско-турецкой войны 24 июля 1829 года Агатополь взят отрядом из двух фрегатов, брига, парохода и 8 грибных судов под общим командованием капитана-лейтенанта Баскакова. В честь взятия города назван русский фрегат Агатополь, который в ноябре 1834 года вошел в состав Черноморского флота, участвовал в Кавказской кампании, разобран в 1853 году. Ахтопол – самый южный курорт Болгарии. Среди прибрежных болгарских городов Ахтопол является самым южным. Расстояние до Бургаса – 86 километров. В 14 километрах от Ахтопола –
по берегу Черного моря проходит магистраль международного значения, которая ведет из Болгарии в Турцию. Городской пейзаж Ахтополя поражает не только красотой, но и необычайной аккуратностью и ухоженностью строения и улочек. Дома под черепичной крышей и брусчатка на дороге выглядят очень уютно и нарядно. Благодаря наличию хорошо защищенных от ветра глубоких бухт, в которых удобно пришвартовываются парусные суда, Ахтопол имеет транспортную связь с морскими портами других государств. Поэтому данный курорт постоянно развивается и выглядит очень современно. Река Велика впадает в Черное море всего в 4 километрах от Ахтополя. Вода в здешнем море спокойная и теплая, до 25 градусов. На территории ахтопольских пляжей можно найти много удобных мест для отдыха. Лето здесь прохладное и сухое. В среднем температура в течение сезона составляет 26 градусов. Днем ветер дует с моря, вечером с берега. Поэтому воздух постоянно освежается и жару легче переносить. Туристический сезон длится с мая до октября. Краткая история города. Если исследовать историю Ахтополя, то оказывается, что это довольно древний город. Греческие поселения появились здесь приблизительно в то же время, что на территории города Балчик. После захвата римлянами город получил название Перонтикус. В результате варварских набегов поселение часто разрушалось. И вот одно из восстановлений осуществил Агатон, полководец из Византии, который назвал вновь отстроенный город своим именем – Агатополис. В 1918 году Ахтопол был полностью уничтожен в результате сильного пожара, и его пришлось восстанавливать практически с нуля. От старого города остались лишь небольшие фрагменты крепостных стен. Среди современных достопримечательностей следует отметить монастырь Святой Яни и церковь Вознесения. Монастырь Святого Яни и церковь Вознесения. Кроме того, рядом с городом расположена горная вершина Малка-Папия, которая является частью Странджанских гор. По берегам, протекающей в долине горного массива реки Велики, растут реликтовые леса. Вокруг очень много зелени, на деревьях живут разнообразные птицы, в воде полно рыбы. Иногда встречаются даже водные черепахи, поэтому устье Велики и вся здешняя уникальная природа находятся под защитой государства. Ахтопольская инфраструктура включает в себя гостиницы, частные коттеджи, рестораны, бистро и кондитерские. Здесь желающие могут отведать блюда национальной болгарской кухни.
большое спасибо за внимание. До новых встреч.